На смену машинкам и конструкторам пришли дроны, а пилотирование как вид спорта набирает все большие обороты среди ребят школьного возраста. Увлеченные современными технологиями, они сегодня с легкостью управляют квадрокоптерами и даже выполняют на них зрелищные трюки. В рамках проекта «Мы первые» в Химках стартовал городской конкурс «Кибердром Старт». Химки является первым муниципалитетом в этой области. При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации этот проект на сегодняшний день первый в России. И мы рассчитываем, что он успешно завершится и будет уже масштабирован на все Подмосковье и другие субъекты Российской Федерации. В состязании принимают участие 25 школьных команд. Участников ждут не только захватывающие соревнования и неожиданные кейсы, но и знакомство с робототехническими средствами. Внедрение беспилотных авиационных систем и робототехники является одним из ключевых направлений развития современной индустрии. Благодаря такому проекту молодые специалисты смогут получить необходимую подготовку и стать востребованными профессионалами. Андрей Липанов, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.